Остап сидел с Зосей на ступеньках музея древности. За строем платанов светились окна международного клуба моряков. Иностранные матросы в мягких шляпах прогуливались по два и по три. По площади шагали молодые люди, любезничая и смеясь. Долго и молча сидели Остап и Зося в тени музейных колонн, думая о своем маленьком счастье. «Почему вы меня полюбили?» – спросила Зося, трогая Остапа за руку. «Эх, вы нежная и удивительная», – ответил командор. «Вы лучше всех на свете». От прощания до прощания, возвращение одно, частых писем обещание, позабытое давно. Мы играем, словно дети, в провожание вновь и вновь. Разделилось все на свете на любовь и нелюбовь. Разделилось все на свете на любовь. Сегодня я получила от Корейка письмо. «Что?» – воскликнул Остап, вставая с места. «Что же вам пишет этот этот пошляк?» «А вам правда интересно?» «Все, что в шутку ты сказала, буду помнить я всерьез. Судьбу отрадно, не ищи других причин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям». «Знаете что, Зося, мне надо идти, уже поздно». «А вы разве не проводите меня домой?» Но великий комбинатор уже не слышал. Только пробежав целый квартал, он остановился. «Нежная и удивительная», — задумался он. «Много ветра, снегу много, неоглядна эта даль, бесконечная дорога, быстротечная печаль. Улыбнись мне на прощанье, слышишь, поезд дорогой. Я уеду не с вещами, я уеду сам с собой. Я уеду не с вещами, я уеду сам с собой. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше
повернул назад. Минуты две он несся вслед за любимой, потом остановился, снял фуражку и затоптался на месте. Он оглянулся по сторонам. Нет, это не Рио-де-Жанейро. И, уже не оглядываясь, побежал. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашей.